our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Но вот Фуфи больше места не мог найти, где полежать. Да? На цветочках, на цветочках, на дитё природы. Неплохо он себе тут устроил лежанку. Как его ещё пчела за жопку не укусила. Ну вот любит же примять. Так вот цветы расти. Непонятно. Места как будто мало в саду, где полежать. Ух ты, таракашка, букашка. Приехала наконец-то посылка, которую я ждала, заказывала уже месяц назад. Долго к ним шла эта посылка в магазин. Потом они отправили к нам. Это упаковка и для розы, в общем, для плетистой розы, чтобы укрепить ее. Подпорная такая будет конструкция. Сейчас я поставлю вас на штатив с вашего разрешения и будем распаковку делать. Фуфи готов? Готов. Какая стильная штука. На самом деле я не ожидала от такого качества. Сделано очень, очень неплохо. Даже сам по себе, если как смотреть как арт-объект, к примеру, да. Вот, смотрите, как окно. Очень сделано хорошо из таких стальных труб. Покрашен в черный цвет. Здесь две части. То есть это одна часть. И вот она крепится вот сюда. Вставляются ножки и крепится, удлиняется. В общем, такая конструкция для плетенных, ну, плетущихся растений, например, для клематиса. Там вот у меня есть одна роза, которая называется Pink Cloud, и ей не хватает опоры. И вот я заказала, в паре было две опоры, вышло в 128 евро. С доставкой было чуть побольше. Качественный материал они выбирают. Всегда Лаберон. Это фирма Лаберон. Я уже заказываю не первый раз у них на сайте. Качественная продукция. Сделана вручную. Мне всегда нравится дизайн, как вот у них представлен модели. В общем, сейчас я поизучаю, как ее соединять. И пойдем устанавливать. Инструкция гласит: сборка должна быть очень простой. Надеюсь, я справлюсь. Выглядит из двух частей, соединяется, и получается вот такая высокая опора. Ну, попробуем. Итак, это будет находиться опора в этой части сада. Вот эта роза, про которую я говорю. Она очень красивая и плетущаяся, плетистая роза. Она не держит цветок и опадает. Я тут, видите, такими шпагатом пробовала ее подвязать. Но, конечно, это не красиво, неудобно и непрактично. Она вот уже отцвела первую волну и пустила новые отростки. Нужно их подвязать. Как раз-таки сейчас сделаем укрепление. Установим вот эту шпалеру. Я подвяжу ее к новой опоре. И нужно обработать сад. Нужно подкормить все растения. Разведу и распылю. Буду распылять средства для цветущих растений. Вот. Нужно сейчас проделать эту манипуляцию. Долго ждала. Наконец-то пришла опора. И сейчас с вами ее установим.
И вот что, друзья, вышло. Такая вот красота. И главное, что роза у меня теперь пристроенная. Теперь она привязана. Будет плестись по этой опоре. Опора красивая, статная такая. Мне нравится это закругление, как окошко получилось. Наконец-то роза будет привязана и красиво будет плестись. Это была самая главная задача в этой опоре. Ну, конечно, и красота. Всем, друзья, доброе утро. Мы с Фабио ни свет ни заря уже на работе. К нам приезжал сантехник. Установил нам воду. Наконец-таки в фонтане. Сегодня мы занимаемся работой по установке и монтированию основания фонтана. Для того, чтобы его закрепить. Бонджорно, Фабио. Доброе утро. Салюто тутти. Всем привет. Вот это такая у нас тут ситуация. Подключил нам воду сантехник. Сейчас я вам покажу кое-что. Какой у нас кран симпатичный. Выбирала я, птичка, под тематику сада. Вода полилась, все работает. И вот у нас такая сегодня задача. Установить основание. Сделала я трафарет. Основание фонтана, чтобы можно было на поверхности разобраться, где лучше его монтировать. Вот, задача ясна, работа. Работа понятна, будем выставлять, в общем, фонтан поверх этого кирпича. Фабио сказал, так лучше. Будет, наконец-то, вода в этом саду, потому что в саду вообще нету фонтана, никакого крана с водой, с шланга. Все поливаю с лейки, с двух леек, спина болит, надрываюсь, поэтому необходимо перед летом обязательно фонтан с водой в саду. Это, конечно, правило номер один. Развести столько цветов и поливать не со шланга. Это для спины очень опасно. Вот, красавец. Смотрите, какой красавец. Это уже начинает цвести седум. Седум. Autumn Fire. Красавец. Обожаю седум. А вот это, кстати, стахис. Большие уши называется сорт. Чем вам не хоста? Вечно зеленые. Вначале поедал кто-то там гусеницы. Ну а так, смотрите, смотрится, как будто настоящая хоста. Вечно зеленые. Листья не опадают. И очень бархатистые. Вот такая вот красота. Вот такая прелесть. Да, что-нибудь сделаем, в общем, с фонтаном. Я вам покажу результат. Что у нас получится. Наконец-то у нас появился фонтан. Все, мы его установили. Выглядит вот таким вот, друзья, образом. Опробовали шланг. Работает, работает. Какая довольная, кошмар. Кто бы мог подумать, что буду рада шлангу. В общем, открывается вот так. Сейчас, секунду. Вот так, друзья, все. Есть вода. Теперь можно поливать, наконец-то. Круто. Растения получат воду. Ура, наконец-то. Это было подумать, что буду рада воде и шланга. Все, можно теперь поливать растюшки. Класс. Наконец-то появилась вода из шланга. Это фирма Гардена. Уже давно-давно ждала своего часа. Не верится, что я когда-то буду снимать видео, как я поливаю со шланга. Это вам, конечно, не таскать лейки по 9, по 12 литров. Наконец-то.
растение получит душ. Полить. Вот такая знойная жара сейчас стоит, по 30 градусов. Вчера было 34. Вот так слейки не польешь, конечно. Сразу свеженькое. Сразу освежается растение. Жара эта знойная уходит. Бадан почистила. Нужно пролить хорошенько. Хороший напор, кстати. Я думала, что будет намного меньше. Промыть фонтан после этих рабочих, которые запачкали. Претензию надо пролить, бедняжка сохнет. Этот мост, который тоже весь в пыли постоянно. Ох, какой это чистый кайф. Так, закрываю. Оп, все. Наконец-то у нас появился источник воды. Такая система, смотрите, скручивается спиралькой. Вот так. И по идее нужно повесить вот сюда на крючок такой. Оп, все. И теперь шланг не будет болтаться по саду. Пускай это, возможно, не очень эстетично, но главное, что это практично. Здесь, по-моему, 7.5 метров. Длина шланга мне специально, чтобы закрыть эту всю зону сада, чтобы полить можно было спокойно. Она, конечно, достает. Ну, друзья, такая счастливая, боже, фонтан появился наконец-то. А мы совершенно неожиданно закончили вот здесь работать с камнем. Фаби говорит, давай доделаем уже сразу. Я говорю, ну давай. И смотрите, как у нас получилось. Интегрировали этот фонтан в дорожку, чтобы больше была устойчивость. Вот, завтра закрою швы. И все, будет закончена вся дорожка. Даже не верится, я даже не ожидала, что мы сегодня установим и фонтан, и вода польется, и закончим вот эту часть дорожки. Теперь уже законченный будет вариант. Завтра доделаю и вам покажу. Но уже мне очень-очень нравится. Вернулась я с прогулки, прошла мимо нашего местного рынка небольшого по понедельникам и захватила вот такую красоту. Привет, Фуфи! У меня, видел, размяка вся. Вот такую бегонию я взяла. Мои там виолы уже посохли. Уже никакой красоты с них нет. Я их удалила и решила возобновить. Вот такую бегонию. Покупала в прошлом году, она очень красивая и долго цвела. Но почему-то на зиму я не сохранила. Ну, не получилось сохранить. Они у меня погибли. Вот взяла две такие бегонии. Два типа красивых. И одну бегонию вот таким темным листом. Розовую. А у этой бегонии, смотрите, какой цветок интересный в виде розочки. Она мне очень в прошлом году понравилась. И взяла вот такую еще. Эту бегонию я хочу, знаете, куда посадить? Сейчас я вам покажу. Пошли, Фуфи, покажем. Пошли. Вот, друзья, вот сюда. Здесь у меня есть местечко. И вот сюда мы ее и пристроим. Нужно будет подсадить. Все сохнет, нужно поливать срочно. Все подсыхает. У нас сильные ветра. Видите, как газон, где, как я и говорила, где идут вот эти корни от этих деревьев, от калины. Все поедает всю влагу. А чуть подальше, видите, трава нормально растет. У меня уже закрадывались такие коварные мысли. Раз не получается здесь красивого газона сделать,
либо купить искусственный, но зато чистить постоянно, потому что, да, видите, все время падают листва сухая, обновляется, потому что калина вечно зеленая, сохнет и падают листья. И у меня уже закрадываются такие мысли, даже Фабио сказала, может быть, сюда купить настил такой из искусственного газона, потому что здесь вырастить, ну, нереально, видите, ничего не растет. Сколько бы я ни поливала, тут такой вот результат. Не знаю, посмотрим. Там, в той части сада, вот напротив, там нормально растет, а здесь не хочет расти. Пока не пошел дождь, нужно заняться в саду некоторыми работами. Нужно постричь газон, уже начинает зарастать. Посадим бегонию. И нужно заделать швы между камней, там, где фонтан, где мы доделали. И осталось немножко поработать с камнями, и будет дорожка закончена. Поэтому приступаем, друзья, не будем терять время. После сильных ветров у нас вся листва с калины пооблетала. Нужно собрать, почистить. Видите, засуха у нас, воды давно уже дождей не было, поэтому 2 дня будет идти дождь. Надо постричь вот эту часть газона. Видите, какая разница, где возле калины, калина забирает воду у травы и не растет ничего. А вот подальше трава растет. Почистим сейчас листву, посадим сюда вот бегонию. Там тоже постричь нужно газон кусок. Но сначала нужно убрать всю листву. The chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Итак, газон пострижен, если это можно назвать газоном. Кусочек здесь и вот здесь. Земля утрамбовывается, высыхает, нужно рыхлить, но тут очень сложно побороть. Тут, видите, газоном-то и назвать очень сложно. Один песок, одна сухая трава. Сейчас я добавлю удобрений. Завтра пойдут дожди, может быть, исправится ситуация. И хочу вам, друзья, заодно показать, как клумба обновилась. Уже вербена зацвела повторно. Цветет красивый хебе. Есть цвету. И покажу вам, друзья, вот здесь клумбы. Что поменялось? Цветет седум. Цветут алиумы. Посмотрите, какие они интересные. Какая прелесть. Впервые их сажала, мне они очень понравились, как они выглядят. Такие солдатики высокие, необычные. Вот с одной стороны и вот со второй. Уже цветет эхинация, красавица. Одним цветком пока. Здесь начинает зацветать белая эхинация. Цветет шалфей, который я здесь убирала в прошлом году. Сам насеял. Ну, то есть, это корень получился, остался. И цветет. Дальше вербена повторно зацвела. Красавица. Здесь уже отцветает вероника белая. Что еще вам показать? Вот, кстати, здесь тоже эхинация зацвела. Здесь готовится белая, новая, Pauvo White. И цветет, смотрите, какой седум желтый, яркий.
Этот седум я нашла, по-моему, где-то в горах. Просто взяла отросток небольшой. Видите, цветет. А еще, кстати, здесь интересный очиток. Я даже не помню, откуда он у меня появился. Цветет тоже желтым цветом. Необычный такой темный цвет. И желтым цветом цветет. Вот, подвязала вчера ковыль. Начинает разваливаться от сильных ветров. Очень хорошо насеивается. Даже слишком. Вероника обожает. Видите, пчелы, шмели. Красавцы. Вот такая красавица Вероника. На второй год она так обильно зацвела. В прошлом году цвела намного хуже. А в этом прям целая копна таких высоких стрелок. Я ее тоже связала, начинает разваливаться. Обожаю. Видите, сколько шмелей летает. Для пчел, шмелей здесь, конечно, рай. У нас в саду очень много растений, которые они любят. Летают днем, утром, прям с утра до самого позднего вечера. Обожают цветочки наши. Также цинию подвязала, тоже падает. Вот смотрите, скоро-скоро раскроется бутон. Первый раз увидим с вами, какой цвет. Высевала семенами в этом году. Интересно посмотреть. Первый раз такую культуру использую в саду. Подстригла овсяницу. У меня почему-то часть засохла. Шалфея вот здесь обрезала вчера тоже. Ну, быстро нарастет. Красавец орликин. Барбарис. Ну, вот клумбочка такая, друзья. Так вот выглядит. Все подстрижено. Теперь главное, чтобы прошел хорошенько дождь. Газон я пролила, удобрила комплексными минеральными удобрениями. Один участок, там и второй. Завтра дождь хорошо прольет. Надеюсь, он зазеленеет. Но уже даже пролит, он выглядит более-менее. Так, сейчас займемся посадкой вот этой бегошки, красавицы. Вот сюда мы посадим. Вот здесь есть местечко одно. Сейчас мы туда ее и впихнем. Теперь эта часть сада тоже чистая. Вот у меня раньше задавали вопрос, зачем я продублировала две дорожки из камня. Вот именно для такого случая, друзья, чтобы вот так вот, когда опадает листва от оливок, она сыпется круглый год, потому что дерево вечно зеленое, оно сбрасывает листья, меняет и падает все сюда. Конечно, намного быстрее это все подмести щеткой и совком, чем выгребать руками, потом с этими граблями мучиться, тем более здесь хороший доступ для сбора оливок. У нас оливки в этом году будут богатый урожай. Вот если вам заметно будет здесь оливок много в этом году. И вот так просто собирать мусор, что опадает. И удобно подходить к растениям. Поэтому это, друзья, и больше с практичной стороны, чем с эстетичной. Фуфи тут пришел на водопой. Ему поставила эту поилку для птиц. Больше любит он пить, чем птицы. Тогда водичка свежая, подливаю. Летом жару, хочется пить не только людям. Так, сюда еще пришла, потому что
есть кандидат на пересадку, переделку. Это фистука. Ей уже там больше 3 лет. Покупала я ее на ярмарке. Вот такая красавица была. 1 год цвела, и все, больше не цвела. Поэтому сейчас нужно выкопать, разделить, обновить. В общем, смотрите, как красиво бессмертник итальянский цветет. Ветер завалил, я там подпорку ставила. Здесь цинии, кстати, тоже скоро зацветут, тут объедают. Их замульчировала травой скошенной. Вот. Видите, как улитки, слизни. Только иди и лови их. Красавец тимьян. Всегда его стригу коротко, а тут дала ему подцвести. И он так красиво цветет. Конечно, развалился. О, еще одна синьорина. Вот такие вот улитки подарки находишь только тут. О, сколько тут их. Вон еще одна. Фуфи любит приходить сюда сидеть, когда я работаю. О, какие здоровенные. Подарочки, подарочки. Ищут укромные места. Ну, тимьян развалился. Не дай ты бог. Ну, ладно, дадим ему подцвести. Не всегда так часто бывает такая возможность. О, красавчик развалился. Ножка заживает. Все хорошо. Ух, игрулька. Скоро ему 1 день рождения, 4 года исполняется летом. А играется как самый молодой котяра. Да, фуфи. Ух ты, моя прелесть. Вот так, друзья, сейчас начнем деление. Значит, в таком состоянии фистука, видите, она даже не сильно, это и подросла корнями. Вот. Здесь очень много сухого, нужно сейчас разрубить, в общем, лопатой, обновим ее. Сейчас сделаем ход конем, слабонервным не смотреть. Все, теперь идем сажать. Хочу вам показать, как выглядит обновленная фистука. Место ей подготовлено. Хорошая земля, удобрение, полив, мульчирование. Я думаю, что здесь она разрастется и будет такая же красивая, как в день была покупки. И хочу вам заодно здесь показать. Помните, как эту я спасала? Тую западную. Называется Даника она. Когда кот соседский ходил, метил, пришлось сильно обрезать. Ну, видите, она вроде как бы зазеленела. Есть, конечно, еще сухие ветки, но в целом намного лучше, чем было раньше. Смотрим, дадим ей еще шанс. А вот здесь, смотрите, какой гератум, красавчик. Вот-вот, скоро полностью будет весь в цвету. И последнее мое задание на сегодня в саду, это сделать окончание этой дорожки, заделать швы между камней. Посадим потом на силикон вот этот фонтан. И все. Продолжим работу в этом месте. Нужно доделать дорожку, поставить арку. Здесь будет арка у нас стоять, потом засыпаем землю, подпорная стенка. В общем, здесь работы еще куча, вагон, целая тележка. Но главное, что есть источник воды, теперь можно поливать.
в удовольствие. Я говорю: «Фаби, так классно, так удобно, легко, не нужно таскать эти лейки». Он говорит: «Ты главное помни, что это все счетчик капает, денежки капают». Я говорю: «Да, да, я знаю. Конечно, я понимаю, что это все деньги. Вода в Италии на вес золота, друзья». Был один год, когда вообще были такие засуха была сильнейшая, что говорили: нету воды в реке, и проблемы будут с водой. Тогда я подумала: боже, у меня целый сад весь в растениях, куда мне без воды летом? Ну, конечно, без воды летом никуда, особенно в такую жаркую погоду. Сейчас я доделаю эту часть дорожки, потому что жарко, потею. И самое приятное удовольствие — смотреть на потеющего человека. И вам покажу, друзья, результат. Все, друзья, наконец-то я могу сказать, что дорожка закончена полностью. Каждый сантиметр дорожки завершен. Вот такая длинная была моя работа с камнем. Нелегкая, но меня научила, конечно, работать с камнем, с цементом, чего я, конечно же, раньше не умела. Лестничка здесь, видите, лестница. Красиво получилось. Ступеньки такие. Тоже сделано женскими руками. Фуфи продемонстрировал. Красавчик. Все, дорожка закончена. Последний элемент был закрыт. Все, друзья, на этом хочу с вами попрощаться. Спасибо, что были со мной в этом ролике. Всем, друзья, хорошего дня, хорошего вечера. Всех обнимаю, целую. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.